Йоу, всем здорово, с вами Селестиан, это видящая охотница Катаклизм. Сегодня 13 число, суббота, это очередной БГ-трип. Этот трип я буду бегать фулл-критовым ММ-ем с двумя кусками ПВЕ из комплекта Virum Stalker для того, чтобы стедишот генерировал в два раза больше фокуса. Также из ПВЕ у меня фиал теней и вишни. Бегаю в таком билде с упором на улучшенный отпрыг, уменьшение кулдауна отпрыга вместо увеличенного урона с аспекта ястреба. Гонять буду с обезьяной для того, чтобы была сакрая Манкистан. Это альтерак практически с самого начала, еще Балинда и Гальф не убиты. Ох ты! Тисульпей прямо чуть не на голову не упал. Попробуем понадирать задницу Альянсу. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну что, Дросфен у нас подхватывает Snowfall. Сейчас посмотрим по треку, есть там сопротивление какое-то. Пока что нет. Пойду прямо, наши пушат Альянс к Стоунхарту. Если возможно какие-то утечки игроков, то они будут как раз вот здесь, где я иду. На Балинду в такой ситуации нападать лучше не стоит. Слишком большой рядом трафик будет. Мне кажется, народу мало. Да, 21 игроку с каждой стороны, видимо, решает фактор то, что пока еще утро. Как видно, все они плетутся с Стоунхарта. И те, кто будут заходить на БГ снова, они пойдут как раз по главной дороге, по которой сейчас на ракете полечу. Единственное, что если вы где-то здесь охотитесь, мой совет все равно убить вот этих сов, гномы и так далее. Урон у них небольшой, но это может сыграть плохую шутку, когда на вас кто-то вскроется. Ну, пока никого нет, вообще пустыня. Пушить в мясе я там не буду. Буду искать одиночные цели. Как раз таки два таргета снизу идут. А нет, сверху, сзади. Камуфляж, трапа. Он, похоже, да, что-то заподозрил. Ах! Сало, сразу же сало. Так, Манкистан. И чё? Да, скатер еще, наверное. Вторая химера пошла. Саки хоррор. Тринкоя, майндспайк. Тоже главное, чтобы сейчас он не начал хиляться. Ты... Ух ты, фак, сзади мантин еще. Еще одно сало. Лосом от Мункина и пытаемся продолбасить. ШП. Сика нужно сейчас в холодильник поставить. Dispersion down. Химера откатилась. Не тринкует. Так, тринканул Сик. И мне почему-то кажется, что лучше, наверное, уйти от него. Но я не уверен. Не кританул у меня химера. Отпрыгиваем нахрен, в озеро бежим. Сика фокус поставим, там еще рок. Потому что ничего у меня нету. Все на КД. Винцеслав. Чувак пересмотрел дом 2. О, fucking shit! Evasion. Попробуем его убить по ПВЕшный рок, походу. Сало по Мунку. Blind. Скатер по фокусу. Давай, Венц! Готов! Evasion down. Combat readiness down. Так, Венц готов. Сакра, отпрыг. Подхиляться бинтами. А, сволочь. Тупо на тринках. Меня добил хитрый, жестокий, вылетел у него. Fucking shit. Ладушки, ничего страшного. По таблице у нас в топе наши чуваки. Wild Cow, Драмин. Ничего себе, Вар даже в топе. 9 киллинблоуов у него и Хонор, кстати, есть. У единственного, похоже, за Орду, да. И лол. Рок за Альянс, видимо, где-то выцепляет наших ребят. Так, ну все, сейчас откатится. Тринка практически уже сбросилась. У Сакры чуть-чуть осталось. 15 секунд. Наши как-то по-странному пушат, а Ванг молодец, у них в тылу чекает точки, но там же кто-то есть, речекнул обратно.
куча народу мочит Балинду, хотя, в принципе, я говорю, хватает обычно одного человека. Баркадин, по-моему, это не наш. Или наш. Все-таки наш чел. Чуваки почему-то возвращаются назад, возможно, большое сопротивление. Засапанный Wild Cow. Пока что я не спаливаю рога, возможно, он уже внутрь башни зашел. А, нет, смотри-ка. Вторичный сап. Где может быть рог? Возможно, здесь? Или здесь? Не получается мне его спалить. Слева тоже все пусто и неясно, где Альянс. Возможно, а вот они все. Вот как раз таки этот сик. На фул хп попробуем его пробурстить. Да, кританул у меня. Кританул эймшот. Вылетел шокер тазика. И сейчас мы его с Дерсом заберем киллшот, киллшот. Да, повезло, никаких... Никаких форм медведей и прочей херни нет. Феракс. Охотник, причем серьезный. И... Блин, Вар, давай на... От цикло, а куда ты побежал-то, Алёша? Запомните, блин, если вы милишники, ваша задача, наоборот, быть авангардом и engaged в бой. А уже такие, не знаю, от керри, как я, они должны уже в зале подтачивать. Опять Венц. Shadow Step. Мы его заберем, потому что он какой-то ПВЕшер. Блайн тринканем. Нам нужно забрать его. Ты чё, охренел что ли, блин? Притягивает меня в толпу. Короче, да, блин, Альянс. Ой, в смысле, Орда, такая Орда. Притягивает меня в толпу, сволочь. Двух гарпий я убью, одну с эймшота попробую. Это отлично, вообще кайтануло. Так, хорошо. И, ох ты, паладинчик там где-то бегает. Баркас. Не, слишком много их, и похоже, там еще хил какой-то у них помогает им. Не надо в такую толпу лезть, если только со спины немножко. Вот они, все вместе ходят. О, Венс. Опять кританула Химера, повесили с блиды, так что кош тебе не поможет, бро. Киллшот, киллшот. Так, сзади никого нет, смело можем идти по ханту, два стетика диригена фокуса. Купая сокру. Наконец-то спалил меня. Оу, щет. Ну, дремейка, блин. Двойной отпрыг. Подрегение хп химерой на этом баране. Кидаем флайер трапу. Так, Волкер и Никсем. Никсема фокус. Сволочь, Волкер, это какой-то серьезный тип. Так, ну тут я не знаю. Химера, химера! Киллшот, киллшот! Так, дисмиссаем бета. Дистант по фокусу. Скербист по фокусу. В трапу посадим черницу. Так и читается ник. Кидаюсь мертвым. Конказив по фокусу. Блин, отпрыг. Снейки. Ну я не знаю, не знаю, не знаю. Сакра пошла. Айсбаунд, киллшот, киллшот. Фак, е! Скербист! Yes, удалось мне его фернуть. Сейчас будет трипл килл. Ну все, Никсом, держись, бро. Главное не облажаться сейчас. Не наделать каких-то глупых ошибок. Типа вон там с того барана врезаться. Подбег, кстати, большой довольно у них. А, навесились блиды. Тринканем стан. Так, попался в руты. Еще вторые руты. Киллшот, киллшот, yeah. Fuck yeah, man. Вот так вот черница. Я видел, кстати, нырнул кто-то в стелс. Вот на самом деле, что у меня там есть? Сакра ничего нету. Сижу на флайере, уже хорошо. Сейчас скоро сакра откатится. На самом деле, рок рядом.
где-то здесь он был. Ну, у меня 200к еще баф с Fury of the Frost Wolf. А, шокером выстрелил в барана. Кстати, кто-то у озера купается, походу. Элнора, Элнора, Хантермарк. Нет, не достает Хантермарка. Опа-опа, цель. Стоять, баркас. Еее, давай, чарж, чарж в трапу, бро. Молодец. Тринкует? Не тринкует? Та Снэйк еще поставим с экспозивом. Прикидываюсь. Но во все попался, во все, что можно и нельзя. Сало зачем-то ему вставил. Cloak of Shadows. Как-то так, ман. Как-то так. Smoke bomb. Silencing shot down. Так, в smoke bomb нырнул Рок. Сейчас попробуем его вскрыть. Freedom. Dispersion down. Ух ты, зараза. Две задницы ко мне пристали. Фокус на нуле. Фокус на нуле. Сверху кто-то идет. Но, да, пока что меня не видит. Так, по онору уже хорошо видящая поднялась. Здесь не хочу находиться, потому что все респы, дурачки, блин, из Орды отхватили. Альянс сейчас сверху идет, нехорошо. То есть, если вы так делаете, нужно в кличи зажимать с двух. Воу-воу-воу-воу-воу. С двух позиций. Побился, думаю, можно пройти. И кто там еще? О, ханты. Ханты, одни охотники. Да, бился, мне кажется, какой-то ПВЕшный чувачок. Зазела. Так, сейчас Кош пройдет, и вот Манкистан. Манкистан по фокусу. Ни хрена не прошел, кстати. Так, ну попробуем, да, Рога зарутать. Еще одни руты будут. Readiness. Кстати, бомпануло неплохо. А, щит, билс! Киллшот. А, зараза. Хант еще там прибежал, блин, вполне бы мог раскидать. Потому что Рог что-то попадался во все трапы, во все, которые можно. Так, ну что, Альянс проигрывает, это очень хорошо. Мочь от нашего. Кто только. Ух ты, бладин какой-то на базе. А все, убил. О, фак, сколько их там. Блин, я просто оказался в ловушке. Или их там немного? Нет, вроде бы немного, но пусть наши идут вперед. Фьюри демон, блин. Все, повезло, что меня не зафокусили, я ныряю нафиг, потому что с двух сторон куча альянса. Так, наш чувачок тут лежит. Или стоит? Да, стоит. Штормон, пошли со мной. Come with me if you wanna live. Так, идет Сик как раз таки. Ну, Рок прошел, нафиг надо его тормозить, да? Опенер по Сику. Хайкс. Так, двойной стедик, зарегенимся. А, бежит там на всех парах, холик. Скатертрап его посадим. Это задница лайфблумами, там вся эта шляпа же нахиливает себя. Ну, наши тут подоспели. Только что-то надежды на них мало. Он просто пробегает мимо. Этот тоже стоит, блин, на лень. Помогай, задница ты! Вообще не двигается, терпеть не могу, блин. Создают рогов. Что ты будешь делать? Все ли ты завязал, да? Фури демон. Так, ну сейчас его помочим тогда. В принципе, Манкистан все есть, если там холик за ним не побежал. А, он упрыгивает обратно, походу. Ну, тогда поверху его обгоним. Кросха я подхиливаю, завязал упрямство, чтобы урон шел меньше. Ишь ты, героическим прыжком бежит к своим.
Баркскин. Ой, я в толпу-то пошел. Зачем? Саддам. Саддама грохнул. Ну тут их немного, да, куча наших. Побежала так. Куда он бежит? Мишек. Мне кажется. Freedom. Мишек это как бы бессмысленно. Becky. Все равно убью его. Хоть и пытается он что-то тут поделать. Так, ну что, едем вперед. С Драмином я сравнялся. Драмин, кстати. А, нет. Я уже думал, что-то с Fallout там связано, потом вспомнил, что корова там Драмин называется. Идем вниз, убегает голая волчара. Кросс очень далеко от меня, перепризывай его. Так, там база ихняя не чекнута, это хорошо. Значит, по верху идет минимальный трафик. Этих убьем. Даже, наверное, арканшотами. Вместе с Липом пойдем по верху. Да, вот там один таргет есть в альтарии какой-то. Ну, я не знаю, АФК-то не АФК. Походу АФК, да. А нет, смотри-ка. Пошел, братишка-то. Зелотри сразу, Divine Shield. И по мне, главное, бежит. Лучше бы по магу пошел, он же голый. Я смотрю, он не теряет надежды. Всегда, кстати, не недооценивайте врага. Вот на самом деле. Так, пьеску он на него насунул. Я же пока регенил. Фокус очень легко, он как-то Липа забирает. Диспелил с него весь став. Блин, Файер, ты как сдох-то так? Так, ну что, наши внизу. Freedom. Поэтому я не знаю, паладин, почему себя вольготно чувствует. Давай, Opener Rock. Opener Rock. Ну хорошо, по прокспауну пойдем, но такой опасный ник, если честно. Desperate Grave. Yeah, Рокспаун. Он уже все слил, в принципе, зубов у него нет. Винер, нужно скатер дать ему. Скатер сала и на лоу хп его, да, забираем. Вольтарий снова пошел по мне. Зря тогда сделал, бро. Hand of Protection. Hand of Protection dispel. Fucking die. Почему по мне это все? По мне. Yes, готов. Так, манки. Сала. Опять по мне идут, а ну что ты будешь делать? Давай, Химера! Yes! Потерял меня из виду 2 секунды. Нормально. Ну и Химера. Критовая Химерка закончила жизнь этого мага Джастикар. Тамбур. Сверху еще один чел. Гном Рок. Сегодня не твой день. Калинус. Даже не слезает с маунта и правильно делает. Yes, Кроули. Кош надо врубать, бро. Кош. Preparation. Препар, хорошо, молодец. Ну, на тебе блиды ведь были, бро. На. Сесть поесть рыбы, подрегениться. Wild Cow вырывается вперед. Куча ее урона от нашего Мункина. Ну, наши точат их там уже у базы, и все оранжево, все наше, все классно. Даже ни одной башни нам не сожгли. Сейчас тут будет Логодром. Альянс резается у себя. О, в Дунболдаре! Дропнулся нехорошо. Ну, может быть и к лучшему, потому что сверху большой трафик пошел, да. Хорошо, что я сейчас упал. Потому что я смотрю, наши захватили, у них рез. Сейчас они все пойдут с Кладбона. Rapid fire. Стефан получает по щам уже не первый раз. Так, там внизу Рок с кем-то дрался, похоже, забрал. А, не точит вдвоем. По-моему, сейчас по мне дистракт прошел. Как-то видящий мне повернулось резко, ну, я не уверен. Забираюсь наверх.
отличный спот для снайперства. Так, что там, проблемы у нашего, нет? Да, паладин, хиливар какой-то и по-моему, еще кто-то. А, нет. Ну, как бы, да, баф от рога есть, но непонятно, где этот рог. О! Самое оно, Crazy Bolt. Не сразу он спалит, где я стою. Я вообще, может, даже не спалит сало и... Заканчиваю. Сик поливает сверху всех. Очень большое, серьезное АОЕ. Мункин всегда должны быть у вас таргетами номер один на любых 40-х БГ, где куча народа, потому что дэмэдж от них чрезвычайно большой, чрезвычайно. Ланс машин. Слишком много Скарлот. Так, тренируем Драгонфайр. Две трампы под задницу забираем с Скарлота. Ухожу немножко в лос, по ланс машину сала. Сало по Маусоберу. Так, как-то сам слился. Критовая химерка отлично на 30к пошла. Успел врубить сакру. Так что ланс машины не страшен. Сало не успел дать ему. Ну, кстати, кроме шуток, вот здесь очень раздражающий баг на ландовом в Circle. Короче говоря, на офе, если даешь сало под лоу хп, то эта скотина не сможет уйти. Не сможет уйти в айсблок, здесь может. Такого быть не должно. Очень какой-то профессиональный, блин, вар, скорпион, и что-то никто мне не помогает. В рек вам врубил, и, в принципе, может вам не въехать. Нет, не въехал. Это просто очень печально, на самом деле. Говорю, играешь за орду, куча просто своих тиммейтов рядом. Не надо никаких иллюзий, никто вам помогать не будет вообще. Очень большая ОЕ, какой-то ассист хил по мне идет, это здорово. Кто-то обезьяна флоп. Так, Дросфен, по-моему, не наш. Что за Дросфен? Или наш? Да, я спутал, видимо, с НПСником с каким-то. В странном положении наши оказались. Отхватил альянс. Тот кладбон и сейчас будет пушить мост. Снизу, по-моему, кто-то, да? Да, ковыря от нашего нужно помочь. Yes. Let's go. Садись. Не садится. Не за что, бро. Ты лучше себя там, да, подхиляй. Sacrifice. Одинокий воин света тут стоит в кустах. Стоял, точнее. Столько хп, и то еле-еле просаживает. Вот у меня сейчас в ММе 36% крита. Это еще с кучей ПВЕ, заметьте. Даже мало. Под бафами, под рейдовыми. И если Грехимера не критует, Аркан не критует, у нас 0 фокуса и 0 урона. Ну, естественно, что ситуация наоборот может быть обратной, да, что все прокритовало. Поэтому очень опасны тимы Охотник и какой-то чувак с бафом на крит. Пробомбил я паладина, потому что ПВЕшник видно сразу, ставлю трапу. И не сдох. Фак, так хочется его убить. Да, прыгнул, убью его. Иду по жабке, так где-то в кустах постреляю, Скарлот. Let's go, bro. Точит нашу селитерку с задницы. Посадим в две трапы, чтобы никуда не ушел. Попался в снейки. Селитерка живи, конказив еще дадим. Все, сало и киллшоты пошли. Yes, man. Скорпион. Что-то вообще какой-то опаснейший вар, Скорпионикс.
Hammer of Justice. Как раз Wild Cowl защищает. О, Нович. Привет, Андрей. Throw down. Avenging Wrath. Nature Divine Shield. Trinketing. Freedom. Не успел даже прожать свой макрос, поплевать на видящую. Dash. Bubble down. Divine Shield. Так, ну здесь нужно какую-то хорошую позицию выбрать, возможно, залезть наверх. Ну, вроде наши пушат хорошо, и в первую очередь в такой шляпе нужно, конечно, убивать ДК. Чтобы не притянули нас никуда. Отлично затащили. Ох ты, по киллинблоу. А, нет, я все-таки не первый, второй. Wild Cow больше на уешил. И Дармин, я не знаю, какой-то опаснейший вар, видимо. Никогда не видел вара в топе, еще и с кучей онора. Молодец. Драмин, респект. Что это была первая часть субботнего БГ-трипа в ММ Full Crit'е с двумя кусками ПВЕ из комплекта Вимстакер, Вишни и Фиалом. И следите за следующим видео, следующая будет вторая часть. Всем пока.